Классика жанра авторской песни Юрий Визбор. Печальная баллада о несчастном укуше. Ах, жертва я, доверие, беды свои, родители. Вдруг слышу из-за двери я, укуши, войдите. Пошел, мое почти, разбился не спеша, лишь вместо ужения я говорю, душа, я говорю, душа. Тут в кабинете бывшие мне душу теребя, скажите, укусившая, какая из себя? Да говори, обычная, и роз не забугая, такая симпатичная, не дух, что змея. Тут она меня набросились, ругает все кругом. Какой же был укушен, дурак он дураком. Известно ведь заранее, что есть разрыв большой между внутренним содержанием и внешней красотой. И мы напрасно сблизились. Поверь в той красе, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения, теперь же ничего. Какое мне лечение, таблетки? А чего? Мне говорит, послушайте, одна из этих вида. Я дам совет укушенный, не верит ему любя. Вот скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно обман. Опять обман. Нет, говорю, красавец, без веры не пойдет. Уже лучше пусть кусается, само пройдет. Я вышел, ночь старичная. С огнями по краям такая симпатичная. Не думал, что змея.